нас очень важное мероприятие. Сегодня наши ребята посвящаются в первоклассники. И не просто в первоклассники, а в самые настоящие музыканты, театралы. Ребята, а куда же вы пришли учиться? Давайте познакомимся повнимательней с нашей необычной школой. Прежде чем мы будем знакомиться с нашей школой, я прошу приподняться всех педагогов школы. А вот педагоги, профессиональные, добрые, умные, оригинальные. В тревогах, в раздумьях они и в заботе. В очень ответственной, важной работе. В школе, в которой уютно всем. А вот посмотрите, наши дети. Самые лучшие дети на свете. Несчастных у нас не отыщите лиц. Дерзайте, творите, вот наш девиз. И среди них талантов не счесть. Всех рангов уже победители есть. Все собрались, все делу открыты, чтобы нести еще 1000 лет. Искусство, в котором добро и свет. На сцене старший хор. Гимн сольфеджио. Тянем. Итак, синий лепесток.
лепесток у нас улетает, а под синим лепестком у нас, Наталья Александровна, Каратенко Христина. С пьесой «Хорошее настроение». Отделение с песней «Петь приятно и удобно».
Ребят, пришло время оторвать второй лепесток. Кто у нас будет рвать? Давайте с этой стороны. Желтенький рвем. А, и стороночку его рвем. В сторону. Опа. Улетел у нас розовый, желтенький. Желтенький лепесток улетает, а на сцену мы приглашаем Шмойну Дарью. Украинская народная песня. Ой, ты девчина! Сначала вы загадки отгадать. Чтобы всюду ноты, точки размещались по листам, пять линеек нотной строчки мы назвали... Нотный стан! Молодцы! Дружно отвечаете! Если текст соединить с мелодией и потом исполнить это вместе, то что вы услышите, конечно же, будут называться просто... Песня! Молодцы! Поаплодируйте себе, ребят! Нотный стан тут на замке. Ключ у ноты соль в руке. У замков ключи различны. У нее же ключ приличный. Ну вас не запутаешь вообще ни капельки. Все знают уже. Познакомимся. Я краска. В круглой баночке сижу. Всем раскрашу я раскраску. А еще картинки к сказке нарисую малышу. Ярче я, чем карандаш, очень сочная. Гуашь. Художники, гуашь. Художники, давайте увереннее, молодцы, гуашь. Инструмент мой, друг рояля, я с трудом на нем играю. Громче, тише, громче, тише, все игру мою услышат. Бью по клавишам я рьяно, инструмент мой... Фортепиано. Ну а я приглашаю на сценку Каратенко Кристину с песней «Осенний хоровод». Пожелтели, это осень к нам идет.
контрабанда.
сейчас я чего дарю лепесток. Зелененький. И для вас поет Цыганова Алла. Сегодня дождь. Поддержим, ребят.
Ну, ребята, вот настал и ваш звездный час на этом празднике, на вашем празднике. Вам задание и спеть, и стихи прочитать. В исполнении младшего хора произведение «Перелетные птицы». Я песню сам.
почетным званием первоклассников, ребят трудолюбивых, талантливых, красивых, задорных и веселых, ритмичных, музыкальных, поющих уникально, актеров гениальных, всех тех, кто может маслом шедевры написать и просто, кто не любит от скуки унывать. Да здравствуют будущие музыканты, артисты и художники! Мы приветствуем вас в Доме радости, имя которому Детская школа искусств! И в заключение нашего небольшого концерта, в подарок для первоклассников, звучит песня в исполнении хорового отделения Детской школы искусств «Гимн музыки». Thank you.